На юго-востоке сирийской провинции Хомс боевики террористической группировки «Исламское государство» захватили поселок. Перед тем, как войти в город, террористы взорвали две заминированные машины на блокпосту сирийской армии. В результате взрыва двое солдат погибли, есть раненые. После захвата поселка люди соседних городков стали бежать в другие населенные пункты, опасаясь нападения террористов. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года, в результате которого погибли 220 тысяч человек.